Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами выходит вторая часть обзора из строительного гипермаркета «Материк». Но мы сегодня с вами отправляемся в наш самый любимый уголок, а именно уголок с садоводством. Сегодня я вам расскажу про новинки, а также про цены из данного магазина, ведь это сейчас очень и очень актуально. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной до конца. Всем желаю приятного просмотра! Тагетис отклоненный, высота примерно 9 сантиметров, 2 рубля 35 копеек. Но я так поняла, это, наверное, называется бархатцы, как у нас в простонародье. Агератум – садовое растение для открытого грунта. Высота также 15-10 сантиметров, 2 рубля 35 копеек. Бальзамин многогвинейский, также высота 10-15 сантиметров, 2 рубля 55 копеек. Бальзамин вот такой хороший горшочек стоит 15 рублей и 30 копеек. Вот еще посмотрите, какой красавец веловый я нашла, также цена 2 рубля 49 копеек. Так, здесь я нашла немного другие еще расцветки виол, сейчас быстренько вам покажу. И еще есть вот такая потрясающая бордовая расцветка. Антиририум, также растение для открытого грунта, 2 рубля 35 копеек. Очень сильно, знаете, в цвете похоже как на горошек. Даже не знаю, что это такое. И, скорее всего, это тоже идет так, как однолетняя. Петуния примерно высотой 9 сантиметров, кустовая, 2 рубля 35 копеек за одно калево. Целозия также имеется в продаже. К сожалению, здесь я цену не нашла. Надеюсь, где-нибудь мы чуть подальше с вами найдем. Но в прошлом году я ее садила. Очень хотела каких-то ярких, сочных расцветок. Она своей клумбы, но, к сожалению, она так даже и не выросла. Хотя садила ее правильно, на открытом воздухе, на солнышке. Не знаю, почему так произошло, но для меня это оказалось, к сожалению, бесполезной покупкой. Вот такой небольшой малютка фаленопсис стоит 26 рублей и 90 копеек. Тоже имеется несколько вариантов расцветки. Рядом у нас, посмотрите, вот такое небольшое комнатное растение. Это плющ, цена 12 рублей 97 копеек. И еще имеется растение Хедера Микс. Сейчас они на скидке. Стоит 9,99. Хризантема Микс в подарочной упаковке. 19 рублей 96 копеек. По сути, они скоро все будут цветать. Можно брать, потому что будут радовать вас еще долго и долго. Одно из моих любимых комнатных растений – сансевьерия. Цена 35 рублей и 95 копеек. Вот такие высокие антуриумы в красном цвете стоят по 59 рублей. Я не знаю, сколько здесь высота, наверное, где-то 60 сантиметров точно есть. Так, здесь у нас представлен небольшой островочек с английской по королевской пеларгонии. Высота 30-40 сантиметров. Они только-только будут начинать у нас цвести. Расцветка идет от белой до малиновой. Сейчас еще действует распродажа вот на такие орхидеи. Стоят они 16 рублей 95 копеек. Белая и также вот такая фиолетовая расцветка. Еще в продаже для декора интерьера, либо же приусадебного участка появились вот такие искусственные шарики. Небольшой размер стоит 57 рублей. Фиолетовая яркая расцветка. Еще имеется вот такой огромный шарик. Сейчас я вам скажу, что у нас по цене, но думаю, сотик так точно, ага, сотик, 225 рублей. Не знаю, но он прям такой огромный, как две руки. Домашнее комнатное растение сансильверия лауретти, высота примерно 100 сантиметров, цена 99 рублей. Есть также малютка, высота 60 сантиметров, цена 89 рублей 99 копеек. Имеется еще кипарис на штамбе, высота 70 сантиметров, цена 44 рубля и 50 копеек. Здесь у нас растение налинан, высота 70 сантиметров, цена 76 рублей 99 копеек. Еще одно очень необычное растение, которое мне еще приглянулось зимой в данном магазине. Оно сейчас, кстати, у нас тут цветет. Это меденила. Цена вот за такой кустик 25 рублей 40 копеек. Что-то она, кстати, очень подешевела. Она стоила, наверное, по 40 рублей. Сейчас я как-то аккуратненько попробую показать вам соцветие.
Но смотрится очень-очень необычно. И оно, кстати, даже высоконькое такое, наверное, 60 сантиметров точно. А когда уже более такой закрытый, видите, оно смотрится такая, как лилия, можно сказать. Такое, как лотос может. В общем-то, очень необычно. Так, здесь у нас еще одна милина, но высота 110 сантиметров, цена 325 рублей. Она идет такая на два ствола. Ну, здесь у нас огромный ассортимент антуриумов. Следующая новиночка, появились продажи каллы в горшочке. Цена супер небюджетная, 55 рублей вот за такой небольшой кустик. Пока что я наблюдаю вот такую желтую, немного зеленоватую расцветку, других пока что я не вижу. Еще одна новиночка появилась, раньше я такого у нас не видела. Андроменда Blue Eyes, садовое растение, цена 32 рубля 99 копеек. Сверху у нас идет кора, но оно прям, знаете, такое выглядит как неживое растение на ощупь. Листики очень похожи, кстати, на розмарин, только оно цветет. Еще кто не знал и не видел, в продаже имеются вот такие композиции из суккулентов. Небольшое подвесное украшение стоит 35 рублей 50 копеек. Рядом у нас небольшая налина, прям она такая прям немного облысевшая, цена 59 рублей 65 копеек. Еще из очень красивых растений имеется финкус, цена 62 рубля и 50 копеек. Он идет в таком виде, как бонсай, очень красиво смотрится. А вот я вам сейчас покажу, и в продаже имеется бонсай. Цена за небольшой кустик 235 рублей. Ну, точнее, это не кустик, это уже готовая композиция. Но она прям супер маленькая, наверное, как 2,5 моих ладошки. Еще имеется вот такой малютка бонсай. Цена на него 179 рублей. Еще есть вот такой, кстати. А это, да, это тоже бонсай у нас. Так, здесь цену, к сожалению, я не могу найти, но если ориентироваться по тому кустику, 119 рублей. И вот такой бонсай в виде елочки в соцвете очень похожий на ту, стоит также 119 рублей, высота 40 сантиметров. Еще хочу вам рассказать, что в продаже появились очень миленькие крохотные георгинки, 9 рублей 40 копеек, расцветок здесь очень много, и даже сортов, посмотрите, есть ярко-розовый, более нежная, морковная, есть, посмотрите, даже вот такая остренькая георгинка, все они стоят по одной цене. Садовое растение флокс 14 рублей и 90 копеек. Еще в продаже появилась вот такая пеларгония, очень красивая у нее такая цветовая палитра. Стоит тоже вполне бюджетно, 8 рублей 40 копеек. В продаже появились еще новые виды суккулентов. Вот такой стоит 21 рубль 50 копеек. Чуть-чуть поменьше, 14,88. Следующее вот такое сальцеверия микс, 12 рублей 40 копеек. И небольшой вообще самый маленький суккулент, 6,99. Еще посмотрите, какая необычная хризантема имеется в данном магазине. Я так не поняла, либо это такой сорт, либо она уже просто отцветает. Цена 35 рублей 50 копеек. Так, еще немного покажу вам расцветок виола. Здесь их предостаточно. Стоит 3 рубля и 72 копейки. Они здесь прям такие маленькие. До этого у них были огромные листья. Но здесь прям даже как-то наоборот. Еще одна новиночка в отделе суккулентов – это кроссола. Вот такой небольшой горшочек стоит 38 рублей. Небольшая бегония – 8 рублей 99 копеек. А вот такой шикарный кустик бальзамида можно приобрести за 8 рублей 32 копейки. Олверейция дельтовидная каскад блю 6 рублей 98 копеек. Это вот такие небольшие маленькие фиалочки, которые, мне кажется, растут у нас, наверное, везде, по крайней мере, под моим домом их сейчас предостаточно. Вербеник точечный 6 рублей 98 копеек.
Еще в материке появились и клематисы. Пока что здесь я особо не наблюдаю разнообразие. 29 рублей 99 копеек и 32 рубля 49 копеек. Все зависит, конечно, от высоты. Виноград сорт Супага, урожайный, сладкий, крупный, ранний, неукрупной, 18 рублей 50 копеек. Так, еще обнаружила вот такие небольшие клематисы. Стоят они вот этих маленьких баночках, цена, к сожалению, не указана, но посмотрите, очень много расцветок, думаю, здесь будет более или менее, а вот такие немного побольше, 29,99. Кстати, уже в продаже имеются готовые варианты. Цена 25 рублей 95 копеек. В продаже также имеется и рассада. Баклажан 4 рубля 50 копеек. Далее имеются и томаты. Цена 4,50. Итак, напоследок своего видеообзора, конечно же, я вам немного расскажу про луковичную. Лилия, 2 штуки, 15 рублей 70 копеек. Вот такие стоят 13 рублей 18 копеек. К сожалению, сейчас пока что акции не будет, пока, наверное, все не раскупят. Обычно где-то ближе к июлю уже будет снижение цен. Можно что-то присмотреть, но сейчас, по крайней мере, очень хороший ассортимент. Луковицы в очень и очень хорошем качестве. Вот такие бюджетные 11 рублей 65 копеек. И вот такая 8 рублей 69 копеек. Далее есть остильба, 2 штучки, 15 рублей 98 копеек. Георгина, кстати, вот такая сейчас на акции, 8,99. Сверху у нас георгина 9,95. Гладиолусы, 10 штучек, 12,99. Очень красивая расцветка. Следующие гладиолусы, 10 штучек, 16 рублей 72 копейки. Есть гладиолус 3 штучки, 8 рублей 25. И вот такие 3 штучки, 9,99. На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из садового центра «Материк» подходит к концу. Надеюсь, видео вам оказалось полезным. Я постараюсь сюда вернуться через пару дней, заснять вам отдельный участочек вот тут на открытом воздухе. Расскажу по цены на саженцы, расскажу еще, здесь остается много у нас садовых растений, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я, как всегда, всем желаю приятных, а главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи, всем пока-пока!